Расскажи мне что-нибудь смешное, чтобы я расслабился. Хорошо. За это мне не платят, но расскажу. Рассказывай, не жадничай. Рассказываю. Жил-был воробей. Полетел он на юг, но здорово замерз и упал на землю. Мало того, корова на него еще и нагадила. Но навоз был теплым, и воробей согрелся. Согрелся, обрадовался тому, что жив, и начал чирикать. Мимо идет голодная кошка. Очистила воробья от навоза, посмотрела на него и съела. Мораль этой истории такова. Не тот тебе враг, кто на тебя нагадил. Не тот тебе друг, кто тебя из дерьма вытащил. А если тебе хорошо и тепло где угодно, то сиди и не чирикай.